дочь Ниёловой и Каспарова. Как выглядит наследница актрисы и шахматиста. Талантливая актриса Ниёлова, когда ей было всего 37 лет, влюбилась в молодого гроссмейстера, 21-летнего Гарри Каспарова. Их пути пересеклись в 1984 году на встрече у пианиста Владимира Крайнева. Гарри Каспаров был известен своей богатой личной жизнью. Ему приписывали множество романов. Однако отношения с Ниёловой перевернули его жизнь. Марина и Гарри имели духовную связь. Даже когда они были не вместе, они разговаривали по телефону часами. Их страстный роман продолжался 2 года. Однако, когда Марина обнаружила, что беременна, Гарри резко прекратил отношения с ней. Считается, что решающую роль в этом сыграла мать Гарри, Клара Шагеновна, которая всегда относилась скептически к Марине, как к возможной паре для ее талантливого и перспективного сына. Узнав о беременности Марины, Клара решила, что настало время действовать. Она была уверена, что семейная жизнь помешает Гарри стать легендарным шахматистом. Их разрыв был потрясением для друзей и поклонников. В 1987 году Марина родила дочь и назвала ее Никой. Впоследствии актриса вышла замуж за дипломата Кирилла Геворгяна. Собственно, он стал отцом для Ники. Девушка выросла очень похожей на своего биологического отца, который так и не признал ее и никогда не интересовался ее судьбой. Сейчас Ника живет с дочкой и возлюбленным в Лондоне. Периодически они навещают любимую бабушку, Марину Ниёлову.